Сейчас вот я скажу так, вот с развитием кинотехнологий и разных всяких мулечек и прибамбасов, ты подчас смотришь иногда мультики, зачастую они сделаны за бугром, за океаном, и просто не очень понимаешь, зачем нужен так, как таковой артист в принципе, то есть если его можно там технологии вот этого, как он, МАК называется, точечками все отметить, и ты один раз там прошел, у тебя все запомнилось, и здесь тебя сняли, и все, ты не нужен. То есть настолько они пошли далеко, что и герой может быть и интереснее, и вообще пропадает смысл человека как такового, потому что все это может сделать машина, робот за тебя. И может быть даже не хуже, чем сам человек подчас. Хотя ручная работа, она ценится и будет цениться, потому что это фактор человека. Он может ошибаться, может, у него не бывает ничего симметрично, как известно. Машина все наоборот достаточно предсказуемо и симметрично. Вот. Да, уходят люди, предприятия сокращаются недаром, потому что все это индустриализация, она идет семимильными шагами, идет по нашим головам. Но а людей становится больше на Земле, поэтому и происходит цунами и так далее. В лучшем случае цунами, в худшем войны.